Губернатор Приморского края Олег Кожемяка провел встречу с новым генеральным консулом КНР в Владивостоке Пяо Янфань. Стороны обсудили перспективы развития экономического сотрудничества территорий, экспорт продукции сельского хозяйства и древесины из Приморья в Китай. Уверен, что ваши знания, опыт большой будут способствовать выстраиванию наших экономических и дружественных отношений. И, конечно, мы очень надеемся на то, что наши приграничные провинции и Хэнцзянь, Зилинь и другие, значит, будут еще теснее взаимодействовать с нами, развивать экспорт, импорт. Глава Приморья акцентировал внимание на развитие товарооборота. Стоит вопрос о увеличении пунктов работы пунктов пропуска хотя бы на 2 часа. Это даст возможность нам существенным образом увеличить объем товарооборота, вот, который перемещается через границы. Также у нас такое обращение, что увеличить количество грузовых поездов до 16 пар на станции пограничная Суйфунхэ. Вот, то есть, мы также обращаемся к тому, чтобы принимать через дорожный пункт пропуска пограничной Суйфунхэ лесные грузы, вот, без ограничений. Губернатор также предложил рассмотреть возможность импорта продукции, лесопереработки, свинины и другой экологически чистой продукции из Приморья. Пяо Янфань подчеркнула, что между российским Дальним Востоком и Китаем есть большой потенциал для сотрудничества. Олег Кожемяка пригласил делегацию Китая на международные спортивные игры «Дети Азии» и 7-й Восточно-экономический форум. Анна Дьякова, новости на 8-м.